Всем привет! Сегодня хотел бы просто похвастаться. Купил я месяца три назад вон ту гупешку. Где ты? Вот она. Крупная самка. Купил я ее просто-напросто потому, что увидел в аквариуме, она сидела беременная. И подумал, возьму, попробую, посмотрю, что от нее народится. Вот она. Подклеить, и вон там она. В углу крупная самка. На вид, ну что, тушка черная, хвост голубоватый. Вот такая вот. Как бы ничего из ряда вон выходящего, но бывает и покрасивее. А вот то, что от нее народилось, это прям какие-то чудесатые мальки. Честно говоря, я таких не особо встречал. Например, вот этот вот. Это прям неоновый какой-то. Даже не знаю, как его показать, чтобы было понятно. Это отдельного самца. Отдельно этого самца купил. Чтобы, уж думаю, плодить дворняжек, так плодить. Просто красивенький, понравился. Поэтому я его прихватил из магазина. А с этими ее мальками очень интересная ситуация получается. Если свет падает прямой на них, то они просто бледноцветные. А вот когда свет падает отраженный, тогда они выявляются во всей красе. Они прям как неоновые. Не знаю, как показать. То есть гупешек я таких никогда не видел, чтобы они были по цвету как неоны. Вот так вот на камеру я бы не сказал, что они очень цветные. Вот этот вот. Ну, дворняжки, по сути, они уже. Это как бы остатки от исходной линии. Мне интересно, какие были качественные, в качественной линии от этой самки. То есть ее родня. Потому что она вот такая вот. Черная тушка и голубоватый хвост. А вот мальки. Даже не знаю, как их поймать на камеру, чтобы показать всю их красоту. Как они блестят, переливаются. Они реально как голубые неоны. Правда, не однотонные голубые неоны, а разноцветные голубые неоны. Они все с голубизной, с такой, голубенькие, но отливают прям металликом. Прям таким, как сказать, стальным цветом отблескивают. Попробую с торца, наверное, посмотреть. Давайте отсюда посмотрим. Особенно, когда они подальше туда отплывают от переднего стекла, тогда удается, вот, даже этот вот плавает. На нем вот сейчас он вроде бы как красноватый, а отплывает подальше, под каким-то углом становится, он блестит, как стальной. Наверное, вот так вот просто камеру подержу, понаблюдаем. То есть они меняют цвета в зависимости от источника света. Под каким углом лампы светят, по-другому они и, как сказать, и отображаются. Вот, например, вверху вон тот очень красивенький поплыл. Он там удалился. Ну, в общем, понятно, что это уже не чистая порода, не чистая линейка. Но цвета действительно очень красивые. Мне понравилось. И, в общем-то, такой получился неожиданный сюрприз. Когда они подросли, когда они стали, набрали цвет.
Вот этот вот красный гупеныш, ну вообще, жена мельком взглянула в аквариум. О, говорит, мечика взял. Ага, говорю, мечика. Присмотрись. Красивенький. Такие вот гупешки иногда попадаются. Люблю я такие сюрпризы, когда берешь беременную самку, а от нее рождаются, и ты не знаешь, кто. А вот когда подрастают, они становятся разноцветными. Каждый раз интересно, что это будет. Бывали и красноватые, кобры всякие, желтые попадались. В общем, гупешки — это особенно из неизвестного источника. Это всегда сюрприз. У меня есть такое подозрение, что они, возможно, смешаны с гупешками Эндлера. Потому что, ну не знаю, у меня за счет вильчатой окраски. Хвосты у них как бы окрашены вилкой такой. Середина более блеклая, а краешки, верх и низ плавника хвоста, более ярко окрашенный. Может, конечно, я ошибаюсь. Вот они там сейчас плавают подальше, в той стороне. Вот на них видно, что они прям отливаются таким стальным цветом. А когда подплывают ближе, практически просто цветные, но не металлик. А издалека становятся отблескивающими. Ну вот, на этом, наверное, и все пока что. Спасибо, что смотрели. Особенно тем, кому хватило терпения досмотреть до конца весь ролик. Тоже, кстати, вокруг самки сейчас танцует. Это ее сынуля. И он тоже очень сильно меняет цвет. Вблизи он, если когда подплывает прямо к стеклу, он практически такой, просто пятнышками, без металлического отблеска. А вот когда издалека, тогда он становится таким вот тоже блестящим. Но опять же, смотря как цвет падает. Переливающийся. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.